Последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники машиностроительной отрасли. Станислав Воскресенский в преддверии праздника посетил предприятие «Профессионал». Здесь производят навесное оборудование для дорожно-строительной и горнодобывающей техники. Ковши, гидромолоты, стрелы, рукояти для экскаваторов и многое другое. Ну а по результатам, которые мы достигли, маленький итог сделаю. То есть на сегодняшний момент по отношению к 2018 году мы ведем с темпом производства плюс 21%. То есть на 21-22% мы сейчас стали производить продукции больше, лучше. Вот. И качество нашей продукции сейчас знают не только у нас в России, в странах СНГ и по всему миру. 15-минутный перерыв на поздравление от губернатора, практически без отрыва от производства. Троим сотрудникам Станислав Воскресенский вручил грамоты. Вы можете своим предприятием гордиться, и благодаря вам вот и выручка растет. Сейчас директор рассказывал, что 8 месяцев к 8 месяцам прошлого года плюс 21%. Я надеюсь, на зарплатах это тоже сказывается. Если не сказывается, должно сказываться. Предприятие уверено, вы одно из передовых предприятий машиностроения в нашей Ивановской области. Мы вами гордимся. Гордимся прежде всего трудовым коллективом, да всеми, кто вовлечен был в восстановление и поднятие этого замечательного предприятия. Чтобы жить и развиваться, предприятию нужны молодые кадры. Нехватка рабочих профессий здесь ощущается особенно остро. Требуются сварщики, токари, сверловщики. Проблему решают собственными силами. Охотно берут на практику студентов колледжей. Для ребят даже организованы рабочие места на производственном участке. Лучших подмечают и приглашают на работу. За 2018 год у нас прошло практику порядка 23 человек. Из этих 23 вернулись к нам на постоянное место работы после армии 6 человек. В 2019 году, на сегодняшний уже момент, включая август месяц, у нас прошло практику 24 человека. И в планах у людей, у студентов вернуться где-то порядка 50%. После поздравления Станислав Воскресенский пообщался с сотрудниками лично. Губернатор ответил на вопросы, которые интересуют ивановских машиностроителей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.